9 февраля. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1904 году, русский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были блокированы в бухте Чемульпо в Желтом море. Силы были неравны, но матросы и офицеры не спустили андреевский флаг перед неприятелем. По решению офицерского совета «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван экипажем.